Меня зовут Ирина Фролова, а это программа о стильном декоре своими руками с украинским акцентом. Сегодня у меня в гостях волшебная девушка, которая знает абсолютно все о росписи на тканях. И мы с ней будем создавать расписную джинсовую куртку. Итак, представляю вам Алена Буштит. Привет, дорогая. Привет, Ир. Мне хотелось бы понять, как ты пришла к тому, что джинсовые куртки можно расписывать, делать это легко и потом носить в жизни? Сначала я пробовала расписывать, ну, как обычные художники рисуют на холстах. Потом мне захотелось это сделать на джинсе. Вместо холста я натянула джинс на подрамник. Угу. А потом жалко стало, что вот висит и никто не видит. И решила нарисовать на куртке и носить. Понятно. То есть ты фактически носила на себе и носишь свои же картины. Да. Повернулась спиной, и все увидели, какой талантливый человек идет. Для создания росписи на джинсовой куртке нам понадобятся, собственно, сама джинсовая куртка, краски для ткани, отбеливатель, кисти разного размера и различная фурнитура. Будем начинать? Начинаем. Буду повторять за тобой. Итак, для начала раскладываем куртку так, чтобы максимально хорошо было видно спинку. Именно там и будем наносить свой рисунок. Это самая крупная часть изделия, так что на ней будет удобно рисовать даже новичкам. Берем кисть и широкими мазками, плотным слоем наносим отбеливатель на ткань. Как тебе нравится? Главное не бояться. И пусть оно прям капает в любых... Знаешь, ты когда вот так вот стряхиваешь отбеливатель с кисти, я начинаю переживать о нашей одежде, в которой... А, нет, не хочу. Я сама, спасибо. У меня будет пока так, поскромнее. Скажи, ты бы новую куртку, которую он еще не носила, рискнула вот так разукрашивать сразу отбеливателем? Да, я так и делала. Серьезно? Да. Просто джинсовая куртка, это ж неинтересно. Теперь нам надо немножко подождать, пока подсохнет, нет, верно? Нет, можно начинать наносить краску. Ты серьезно? Серьезно. То есть он лужицами вот так вот лежит, стоит. А мы будем наносить краску. Рисковые девушки. Ну, окей. Определяемся с цветовой палитрой. У меня будет желтый и синий. А я пока не решила. Отлично, у тебя творческий процесс, да? Да. Ну, поехали. Кстати, почему важно использовать именно краски для ткани? Потому что такую краску не нужно дополнительно ничем фиксировать. В результате после высыхания куртку можно будет стирать, и рисунок при этом останется на месте. Можно попробовать еще вот так вот. Тоже очень нравятся эти эффекты. Ладно, ладно, я тоже попробую вот так. Вот. Оно, да? Да, давай еще. Вот так. Терапевтичный процесс, я должна сказать. Синенького еще попросила. Я чувствую, на художника давят. Я тут решила посоветоваться с нашим дружным коллективом, какие краски еще добавить. Прозвучала масса вариантов, поэтому я решила, что раз я художник, решаю тоже я. Ни режиссер, ни операторы, ни даже наша любимая гостья и администратор. Возьму белую краску и все. И на этом закончится моя палитра. Когда рисунок готов, важно дать ему полностью просохнуть, и после этого можно добавить фурнитуру. В нашем случае это яркие пуговицы. Так, крепим где-то в районе кармашика, да? Как тебе нравится? Здесь же, да, полет фантазии. Готово! Из обычной джинсовой куртки мы создали яркий, стильный элемент гардероба. Можно наряжаться и создавать и себе, и окружающим хорошее настроение. Друзья, для меня сегодня абсолютным откровением стало то, с какой скоростью можно преобразить джинсовую куртку вот в такую красоту. Волшебно и невероятно. Аленочка, спасибо тебе огромное, что научила этому всему. И правда, могу сказать, что это магия. Спасибо, и тебе, я тоже получила массу удовольствия. И придешь еще, правда? Приду. Друзья, а я в свою очередь уверена, что если вы дома решите какую-нибудь свою вещь джинсовую преобразить до такого состояния, у вас обязательно получится волшебство.